Всем привет, с вами Урахара, и сегодня продолжаем Summer Game Fest. На самом деле, сейчас посмотрим не в прямом эфире, но тем не менее, посмотрим Tribeca Games Spotlight. Просто сегодня в прямом не получилось посмотреть, но я хочу все еще посмотреть. И не просто, да, какую-то там нарезку, чтобы мы посмотрели в прямом эфире, как это будет. Плюс, возможно, потом нарезку из Koch Prime Time, потому что я не нашел записи даже у них на сайте. То есть там есть ссылка, которая ведет на Twitch канал, на котором проходил Koch Prime Time, да, конференция издателя Koch Media. И у них нет записи, они, короче, не сохранили почему-то. И мне не очень понятно почему. Сейчас я попробую. Хотел сказать, попробую сейчас найти что-то, короткую выжимку с Koch Media, но я на самом деле ее почему-то не вижу. Возможно, на ней чего-то суперинтересного не рассказали, то есть, ну, ничего, грубо говоря. То есть, да, когда это было примерно 2 часа назад. И вот так, ладно, сейчас я еще на игромании проверю. Потому что на DTF вообще никаких новостей нет. Собственно. Так. Причем, подождите, час назад IGN Expo? Подождите, а может быть оно сейчас, или оно уже закончилось? Тут есть ссылочка? Да, сейчас. Может быть, я прям теперь вам сейчас постримлю IGN Expo? Да, IGN Expo еще идет. Давайте начнем с него. Сделаем потише. Я его не. Он его почему-то не переносит сейчас, секунду. Да ты издеваешься? Хотя подождите, он идет уже 5 часов, я вообще не уверен, что. Короче, я что-то вообще ничего не понимаю. Это у них даже в расписании нет IGN Expo. Но на игромании почему-то есть. Что-то я сам уже запутался. Портал IGN возвращается IGN Expo. Начало в 23 по МСК. Ладно, вроде какие-то трейлеры показывают, давайте я вам тоже покажу. Собственно, IGN Expo, что такое IGN? Это западное игровое издание, одно из самых крупных. Ну или, во всяком случае, одно из тех, которые на слуху так точно. Вот. Ну, естественно, они могут договориться с разработчиками там на то, что какие-то разработчики придут на их конференцию и покажут что-то. Какой-то survival получается. Причем со строительством базы. This is it, my love. The last stretch.
You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Причем, насколько я понимаю, все это происходит в Припяти. Ну, либо где-то рядом. Что это вообще? А, это Чернобалайт, который. You know what a fantastic show full of great new games. Вот как, собственно. I'm hyped for each and every one of them. Он выглядит, наконец-то мы увидели. Footage from Broken Pieces, Martha is Dead, Haunted Space and Chernobylite. Now I'm personally looking forward to Sifu since Absolver was a really unique game. Yeah, I totally agree. And I'm personally looking forward to Bramble because I have some deep-seated issues with my dad that I need to work out. Так, ну ладно, пока трейлеров нет. Yeah, you know what we really went for I think all killer no filler ладно, this year with these trailers, which means хотел переключиться. А, я на телефоне сейчас почитаю, чтобы не отвлекаться. E3 coverage starts tomorrow. That's right. And if you're just joining, я реально не очень понимаю вообще, сколько будет IGN Expo идти. То есть я думаю, мы сейчас Трибека посмотрим в записи. Плюс потом что-нибудь с Koch Media, то, что показали. А в итоге тут IGN Expo идет. Собственно, нам напоминают, какие крупные компании будут. Это завтра Ubisoft. В воскресенье Xbox и беседка. Спасибо, что дальше не, я не успел посмотреть. Ну, собственно, если я правильно услышал, я не очень... слушал их, по-моему, новый этот геймплей Chernobylite мы еще сможем увидеть у Ubisoft. Собственно, реклама. Нормально, у них с партнеров. Мне кажется, это не последний. Так. Сейчас будет забавно, если это конец. Я такой, ну, мы увидели последний трейлер. From breaking news and exclusives, never before seen looks at movies and games, to reviews, let's plays and live streams. Ну, собственно, сами себя пиарят то, что IGN — это место, где вы можете найти очень много всего интересного, в том числе инсайды, которых вы больше нигде не найдете, как в мире игр, так и, в принципе, в мире развлечений. Everybody loves watching a speedrun of the game. И IGN — это, собственно, worldwide, то есть мировой бренд. Хейдес? А, нет, не Хейдес. Сейчас. Так. Сейчас я пока посмотрю. Вот, Koch Media. Окей, я нашел у игромании выжимку с презентации Koch Media, поэтому мы тоже посмотрим ее. Но пока продолжаем смотреть IGN Expo. Я думаю, кстати, потом, когда досмотрим на IGN Expo, есть смысл посмотреть, что они за час показали, то, что мы не смотрели. И потом уже, я думаю, посмотрим. Собственно, то, как называется стрим. Трибека Spotlight. Вот, а потом уже, собственно, то, что Koch Media показал. Но здесь, насколько я вижу, не так много информации. Быстренько я пробежу. Там даже трейлеров, по-моему, два только или три. И пока я читал, я все пропустил, что тут рассказывает. А, это конец. То есть, да, реально получилось так, что мы подключились на IGN Expo в самом конце. Ну, окей. Сейчас давайте тогда посмотрим, что вообще в целом тут показывали.
Так, ну, опять же, например, что начнем с IGN Expo. Так, это у меня что открыто? А, это у меня как раз IGN Expo. То есть сначала дополнение какое-то. Давайте посмотрим. Для Mortal Shell. Заодно, может, я вспомню, что такое Mortal Shell. Что-то громковато. А, если честно, как опять какой-то Dark Souls. А что такое Mortal Shell? Я даже не вспомнил, если честно. Экшен RPG какая-то. Ну ладно. Так, сейчас надо, кстати, обновить. По идее, мы все видели. Так, собственно, новый Sherlock Holmes. Я вам покажу, я не фанат Шерлока Холмса, а именно игр. Да и в принципе. Но давайте посмотрим трейлер. The position of the inkwell indicates that the victim is left-handed. However, the bullet entered the right temple. That's strange. The goodbye letter was written while the victim's glasses were left untouched upon the nightstand. Who would want their final words to appear crooked? Traces of a long dress. Is a crime disguised as a suicide? The maid? No. I have it. They belong to the priest who wanted to retain ownership of the land for his presbytery. The first case on this island is closed. That's incredible, Sherlock. You always impress me. В общем, вот это лежал сейчас Шерлок. Очень мне непривычно, конечно, таким видеть. Какой-то здесь, мне кажется, очень молодой. Well, did you really think that you could come to this island without getting a little dirty? That investigation was easy, but this personal mission that brought you here, you know it's nothing but pain and madness. I know it's not so far from what's already in your mind. But once the truth is revealed, will it help? Watch your step, Sherlock. This quest might soil more than your shoes. You're not ready for this investigation. Чем-то, когда ты видишь его лицо, ты понимаешь, что это не Коннор. Но когда вот сдалека реально такое чувство, что это прям Коннор. О, Doki Doki Liberator Club. А что там для них? Club Plus, новая побочная история, улучшенные визуальные эффекты, новые музыкальные треки, расширенная версия. Ну, собственно, для тех, кто не знает, что такое Doki Doki Liberator Club, это визуальная новелла про, собственно, литературный клуб. Очень прикольная игрушка, на самом деле. Она такая, типа, недолгая. Вот, собственно, девушки, с которыми вы в этом клубе состоите. Ну, собственно, расширенное здание для тех, кто играл. Будет классно. Я на самом деле с удовольствием посмотрел бы на расширенное издание. Ну, а для тех, кто не знает, ну, короче, про клуб, и это действительно как вот здесь кто-то из издания, я не посмотрел, кто это, сказал, что это психологический хоррор, потому что, ну, в какой-то момент там начинают интересные вещи происходить, поэтому, собственно, для тех, кто не играл, советую. Так.
Сифу. Игра, которая скоро выйдет на всех платформах. Давайте посмотрим, что это. Боевка выглядит интересно. Ну, короче, как обычно, хороший парень бьет плохих парней. Непонятно пока почему, но возможно это и не суть. О, прикольно. Взаимодействие с окружением. Это я одобряю. Но честно, я не знаю, какая тут завязка, что за сюжет, если он тут вообще есть. Но я уже определенно точно поиграю в эту игру, потому что боевая система будет просто офигенно. Ну понятно, они поэтому только ее и показали. Такие, фига, смотрите, как у нас боевая система. World War Z Aftermatch, собственно, что это такое? Если честно, не понял. То есть это какое-то переиздание все-таки игры, которая раньше была. Нет, там Brothers and sisters. А, нет, это новая игра Saber. You're hearing my voice because we have reached a crossroads in this war. We know now that no miracle is coming. That simply surviving is a slow death. Собственно, просто новая игра по... That we will not win by holding our ground. Our ranks have grown. Our skills have sharpened. And our weapons are loaded. We have initiated a new strategy in Kamchatka. Our forces are prepared to take back Rome. Ну, кажется, прям на игры про Зомби было очень много просто. Ну, понятно, да, что это все время. We will not hide. Но тогда и не стоит пробегать. There will be no retreat. Не знаю, как мне было так. Today we claw back from the brink. Today we make a stand. Окей, в 21-м году выйдет. Так, трейлер Horn Bramble The Mountain King. Приключение в стиле скандинавской сказки, в которой мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою сестру. Это звучит интересно, хотя бы завязка сюжета. Давайте посмотрим, как она выглядит. По описанию я думал, какая-нибудь бродилка. Ну, блин, не бродилка. Симулятор ходьбы, короче. Вот так правильно будет сказать. Какой-то маленький мальчик бежит там, да, куда-то, типа. И он такой, типа, мультяшный весь. И появляется супер реалистичная какая-то девушка. И причем отчасти из-за того, что она реалистичная, мультяшный вид, она выглядит достаточно страшной. Она сам по себе выглядит страшной. Короче, не знаю, очень неприятно мне показалось. Ну, короче, выглядит классно, да. Так, Skatebird, новый трейлер. Я вообще первый вижу эту игру.
Ну, типа, птицы не скидывают. Ну, то есть, по идее, основные интерактивные игра за миллион лет. Мне кажется, мало аудитории, поэтому почему действительно не выпустить еще одну и выглядит, ну, нормально. Собственно, новый трейлер еще Two Point Campus, который мы вчера видели уже на... Hi, and welcome to a very quick sneak peek look at Two Point Campus. If you're not familiar with Two Point Games, think fun simulation management with a very particular Two Point twist. In Campus, you'll get to design and run your very own university. But rather than boring courses, we're giving you the opportunity to teach your students very unusual classes, like night school. In this one, you'll be teaching your students heraldry, chivalry, jousting, and how to walk around in that really heavy armor. Тут, на самом деле, да, даже ученики прикольные. Here we're building the training area for our prospective knights. We watched a ton of live streams of Two Point Hospital, saw what people were vibing with, and we've added a ton of new creative tools for campus that will let you build outside, create new buildings, landscape, and place trees and pathways. К сожалению, не помню, кто именно делает. Here you can see some of our night school students warming up with some practice dummies. If they can nail their classes, they'll get themselves straight A's. But if they don't have everything they need, great teachers, great equipment, and of course a great social life, they may fail. It's just a super quick peek, but that's just a taste of what's to come in Two Point Campus, which is out in 2022. If you sign up on our website at twopointcampus.com, you can get yourself a free in-game item when the game launches. Lovely. Можно что-то такое построить. Прикольненько. Окей, я рад. Так, Forgotten City. Где-то что-то я помню, слышал про нее. Давайте посмотрим. Вспомню вместе. Salve, friend. The many shall suffer for the sins of the one. Salve, friend. Mind telling me who you are? I don't think so. I've never seen you before in my life. Somebody in this city is about to break the golden rule. Some people say it's the creation of an all-seeing god who's watching everything we do. Are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? How is it that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Salve, friend. I'm Galerius. IGN Expo? Они кого-то ретранслируют, спасибо. Так, Disciples новый. Насколько я понимаю, это возрождение серии, потому что я помню только третий. А третий выходил год назад. From a new dawn, a hero rises. Torn between two worlds, yet part of none. It's your fate to free Nevendar. Что я уже даже не помню, если бы.
Disciples Liberation brings tactical turn-based battles into a dark fantasy strategy RPG. Find your place in a world of endless raging war between the four factions. Use your legacy to battle your foes, find loyal companions, and form a powerful army. Не, ну выглядит, да, конечно. О, прокачка. Choices are what define us. Seize your destiny and liberate the land of Nerendar. Disciples Liberation. Coming soon to your PC, PlayStation and Xbox. Ну, понятно, да, на всех платформах, все как обычно. Так, что еще показали? Стратегия. Инкулейнти. Создавать собственный бестиарий, побеждать средневековых суперзвезд и собирать бонусы, чтобы использовать скрытые силы. Это то, что я думал? Нет, это другая игра. Трясовка похожа. Чек. Что-то я не понял, теорему надо рисовать или что? Или это просто для прикола показали вот эту руку рисующую? Так, собственно, что-то, какой-то анонс, Корпкипер. Подождите, это... Типа там приключения, игроки будут следовать и выживать в древней пещере. Окей. Просто подумал, типа, Корпкипер вдруг это от создателя Грефьярд Кипер, но нет. Что-то вообще другое. Просто уже хранитель. Хотя подождите. Интерфейс как в Грефьярде. Ну и не только, как еще в этом. Блин, Грефьярд чем вдохновлялся? Стардиоли, вот. Да, здесь даже, наверное, больше именно Страдивеловских. Хотя вот, ну, вот именно это, наверное, больше похоже на Грефьярд Кипер. И что? Грефьярд Кипер и Страдивеловские, да, единственные люди. Поэтому важно понять. Ну, наверное, все-таки от создателей и Грефьярда, потому что он называется Корп Кипер, а не от создателей Страдию. Так, Black Tail. То есть что-то новенькое. А мы Playing in the woods. He has a crooked nose with a yucky wart. It's just the long gray hair that makes her look old. But she's pretty young actually. She owns a black kitty. She built herself a shelter out of wood and pieces of old cloth. I think it was standing on a chicken leg. It's made of gingerbread, chocolate, candy, and a lot of icing. Or bones. She cooks in a big black cauldron over the fire. Probably bats. Spiders. Mushrooms. She can always smell a child when it's close. Always. You want to know if all of that was real?
well, even if it wasn't before, it certainly is now. Оу. Какой неожиданный переход, а как это неожиданно хорошо выглядит. Am I seeing things? Or did she have a hunting bow? Что? Интригующе, но вообще непонятно, что, кого, как это играется. Надо пробовать. Death Gambit, собственно, экшен-платформер, выйдет на Nintendo Switch. 10 новых уровней, 6 новых боссов, 22 вида оружия. Это, короче, какая-то игра Death Gambit, которая теперь выходит на Nintendo Switch. Я даже не знаю, что это. Sorrow resonates through the kingdoms. I can feel it in the air. A fermenting thirst for revenge. We train, we fight to push our limits. But what are yours when you have nothing to lose? And so the sheep becomes the shepherd, culling them to this fool's paradise. What do you dream of becoming, Soren? The immortals of Kaleshor and I will stop at nothing to preserve their immortality. Death makes no exceptions. Imagine what you could do if you were free of them. You lack the conviction to do what is necessary. Fate is not so easily broken. To feed into this cycle of death. You might doesn't deserve to fade just yet. You remember our deal, don't you? Сейчас был автор матча, тут автор вой. Тебе, может, я сам сейчас правильно скажу. Окей. Издание с новым контентом одобряем. Новый трейлер Steel Rising, игры от авторов Greedfall, собственно. Greedfall одна из тех игр, про которые я узнал очень поздно и хотел поиграть. Я даже не знаю, правда ли то, что мне играть. The machines wouldn't even let me flee. Paris burns and is lost, short of a miracle. Учитывая, что все вот эти прыжки были, это, наверное, что-то по типу RPG. Окей. Ну и, собственно, последнее. Martha is dead. Название, конечно, странное. Тоже не знаю, что за разработчики. Mammy? Yes, Julia? Martha's not here. So can I hear the story of the white lady again? But you always find that story scary. Yes, Nanny. But I'm with you, so I know nothing can hurt me. Oh, all right, little one. There was once a couple madly in love who would often stroll by a lake. But one day, in a fit of jealousy, the man drowned the young woman. Too much love brought death. How can love also be so bad? This is something
You will learn with age, Moffat. The man confessed. So he was hanged in the middle of the very same lake where he had killed his beloved. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, the spirit of the girl, known as the White Lady, wanders restlessly in search of relief from her eternal suffering. Only the life of another young woman can give the lady a moment of peace. That's always terrible to hear. I'll never get used to it. You never get used to that kind of pain, my sparrow. But those in great pain can attempt to evoke the lady through a dark ritual and magic of the tarot. As the lady knows their suffering all too well, she could show them pity. Or she may not. Окей, ладно, название действительно себя оправдывает. Так, мы все посмотрели, получается. Да, собственно, все, что показали на IGN Expo, на удивление, кстати, как раз без последних троллей вот этого Чернобыл Лайт. То, что мы посмотрели. Так, теперь давайте вернемся к тому, что показали на конференции Koch Media. Вот как раз она. И потом уже переключимся... как называется опять? К Tribeca Game Spotlight, который идет часик. Так, ну ладно, для начала, собственно, Koch Media. Так. 12 игр. Окей. Анонсировали новый Painkiller от Saber Interactive, но я, по-моему, насколько я помню, вчера как бы еще анонсировали вообще-то на Kick-Off Life, так что ладно. А что, типа, здесь даже трейлеров не будет новых игр? Окей, какой-то Last Oricru, ролевой экшен, который напоминает игры Piranha Bytes вроде Resident Evil Готики. Но разработчики делают огромную ставку на сюжетную разветвленность, благодаря чему игрок делает важный выбор чуть ли не на каждом шагу. Речь о глобальных решениях, к примеру, объединившись с одной фракцией, можно начать совместную атаку на крепость противников. Однако, дойдя до их предводителя, появляется возможность предать своих соратников. Создатели игры постоянно повторяют, что каждое решение имеет значение, однако есть еще один... прямо-таки неожиданный сюрприз. Можно играть не только в одиночку, но и с другом в локальном кооперативно разделенном экране. Геймплейная и сюжетная игра адаптируется под такое прохождение, открыв новые возможности. В 2022 году выйдет, собственно, следующий анонс — это Crossfire Legend. Стратегия по Crossfire просто сразу пропускаем. Представители The Chant, Action Horror от выходцев из Electronic Arts, Rockstar и The Coalition. Собственно, действие разворачивается на отдаленном острове, куда прибывает главная героиня с проблемами из своего прошлого. Разработчики не хотят делать сражения со стрельбой, поэтому сражаться предстоит более приземленными видами оружия, вроде палок, фонарей и тому подобного. Звучит так себе. Ну, не в плане того, что плохо сражаться ближним боем, но с дальним мне, наверное, я даже не знаю, как правильно сказать, не то, что больше нравится, потому что это неправильно, я люблю мечами помахать, не знаю, как-то привычный, что ли. Собственно, динамичный шутер под рабочим названием The Final Form. Здесь, кстати, хотя бы трейлер есть, давайте его глянем. Капец, что у тех двух или трех предыдущих даже трейлер. Тоже не скажу, что прям ухо понятно.
Что это такое? Все, он пойдет. Собственно, главный герой это андроид Валькирия, который предстоит защищать последние останки человечества во время полета до нового дома. Собственно, за разработку отвечает создатель Руинер из Релкан. Помимо одиночного режима будет и кооператив на троих. Выход будет когда-то. Сейчас, секунду. Дальше, собственно, Echoes of the End. Приключается игра нового поколения в собственном фэнтези-сеттинге, разработчик, который делает основной упор на изучение мира, решение головоломки, конечно, сражения. Сначала его делали на четвертом Unreal, но уже начали переход на пятую версию. Когда-то тоже неизвестно. В Scare Above главная героиня сама не знает, как попала на неизвестную планету, которую предстоит изучать в поисках зацепок. Что это за мир и кто она здесь, и как она, в общем-то, здесь очутилась, хотя еще недавно была на космическом судне. Среди особенностей взаимодействия с окружением, например, одна из пушек может замораживать воду, после чего по ней можно пройти. Врагам же она наносит урон с замораживающим эффектом. Но... Доктор Уорд, доктор Йошида, get to the bridge, please. Time to see what's inside our alien guest. Ну, если честно, анимация бегающий ок. Мне кажется, ходьба. Telemetry check. Ну вот именно. Telemetry check. Here go. Как-то не знаю, анимация ходьбы меня напрягает немножко. Wow. То, что она плохая, просто. How is this possible? Не идеально. What planet is this? How did I end up here? Log entry. The gate has an internal conduction system. The three points on the rim seem sensitive. A targeted blast of electricity should cause a reaction. The debris. It's from Hermes. It must have splintered off as it entered the atmosphere. О, блин, зачем вот эта система открытия такая? Зачем это в некоторых играх делать? Я не понимаю, зачем. It's still intact. Прямо оружие все вскрыло. Начальный геймплей. Log entry. The creature has multiple salivary glands in its thoracic region that seem to produce a highly venomous secretion. В общем, что-то прям. This is covered with some kind of organic residue. Looks like Robinson managed to connect the MPU to the pillar. Ну, это похоже станок для улучшения, да? Ну, и для крафта, конечно же. This will help me get through that tissue webbing. And I'm taking the MPU. Выглядит пока на самом деле как обычный шутанчик. Заточкой на исследование мира. Who were the architects of this place?
Did they build these towering monuments to serve a purpose? Or as a testament to their might? Were they looking for answers or solving a problem? Oh my god! This thing was huge. Теперь какие-то пещеры нам покажут. Ну давайте. Cerebrum seems to be generating an electrical charge. This neural pathway is conducting large amounts of bioelectricity. Я, конечно, нарушил очень подробно изучил труп, если это ничего не угрожает нашему. This gland is secreting the cryogenic fluid that's freezing the water. Да, ладно, мне в принципе все понятно, и так на 76 минут смотрим. Massive Works анонсировала Daemon. Нечто фантастическое Dark Souls. Давайте посмотрим, я уже заинтересован. Я думаю, нам еще расскажут. Так. Российскую НКС она тоже, собственно, подхватила. Комедия, тактическую РПГ в духе. It's 1976. And the future has arrived. But here's the skinny. We at Cronus need you. Cronus was formed after a dome-like structure was discovered 5 years ago. Was it from our ancient past? Was it made by aliens? Does it run on perfectly harmless nuclear power? We need to know, and humanity is waiting for you to help unlock its secrets. Descend into the dome itself and join one of our incredible research teams. The only question is, which wing of Cronus is the best fit for you? If you like taking orders,
cracking heads, ultraviolence, and guns, lots of guns, then the Blackwing is for you. Can you build and repair incredible technology, but not expect any credit for it? You sound like an engineer to us. Welcome to the Blue Wing. Are you a doctor, scientist, mathematician, or any other type of brainiac? We've got you covered in the White Wing. Do you like taking credit for the hard work of others, but never do anything yourself? Those forms won't fill themselves. That's management, mister. And the Silver Wing awaits. Are you a criminal, prisoner, or have no discernible skills whatsoever? Then you're coming to the Orange Wing, like it or not. Are you ready for adventure? Are you ready to make the change with us? Are you ready to love it so much that you'll never want to leave? Then join Cronus and take the second giant leap for mankind under the dome. Сейчас, мне кажется, какой-то затянутый трейлер. Так, а нет, это не все. Это другая игра, Gungrave. Часть ремейки Prime Matter, экшен про наемного убийцу, которого убили и затем воскресили. Уничтожает преступников в клане воронов, которые производят наркотики Сид. Осуждаем. Также Payday 3, пофиг, King's Bounty 2, кстати, даже ничего не рассказали про King's Bounty. Собственно, анонсировали то, что Kingdom Come Deliverance выйдет на свече, Wasteland 3 еще будет дополнение, Iron Harvest Out World выйдет на PS5 и Xbox, Mountain Blade 2, Bannerlord выйдет на консолях, и Phoenix Point выйдет на консолях. Так, ну, на этом, в принципе, мы вроде как закончили с Koch Media и IGN Expo, который мы сейчас тоже глянули одним глазочком. И можем переходить к тому, зачем мы здесь изначально, собственно, собрались. А именно, Tribeca Games Spotlight. Давайте посмотрим. Сейчас 15 минут, то есть 15 минут вообще можно проматывать, оно идет 50 минут. Получается всего. Я думаю, завтра точно начну пораньше поискать какую-нибудь конференцию. Я говорю, что я не хотел Netflix смотреть. Но я что-то, может быть, посмотреть Netflix. Специально себя не спойлерить. Video games are a remarkable way to both tell and experience stories. They invite you to enter worlds of action, fantasy, terror, and wonder. Not just a member of the audience, but an active participant. Their stories are shaped not only by the visions of their creators, but by the choices you make as they unfold. They are changed by you, just as you were changed by them. This year, for the first time, Tribeca has selected 8 games. We hope they offer you a brief glimpse into the ingenuity and artistic scope that games have to offer the world. And why they belong at the forefront of our conversations about storytelling, both now and in the future. We can't wait for you to play them. Ну, они, конечно же, не могут дождаться пока. Horror stories are often about the single deepest fears and anxieties made real in the form of ghosts, ghouls, and demons. But in the survival horror game Signalis, the true horror lies not in the shambling monsters you find lurking in a subterranean bunker or an alien planet, but in what lies beyond the limits of human comprehension. Revelations so dreadfully that can shatter the mind. This is the cosmic horror of Signalis. Точнее, не у Konami. Блин, у кого права на 5 были? У кого-то, короче. Я... Насколько понимаю, сейчас ты как раз то, о чем говорил Дель Торо.
Wake up, самурай. Простите. Не мог нарушить протокол. Пистолет. Все, на фоне какие-то переговоры, но такие непонятные. Ну, типа и хоррор, да, пошел. Тут я ждал этого очень долго. Чего ждал? Не понял. Cana Bridge of Spirits is a rich, compelling tale of fantasy and adventure with themes of trauma and loss of forgiveness. And yes, it's full of fast-paced action and breathless battles with supernatural foes, but the first thing that hits you when you see it is the beauty of a debut game from a small but passionate team at Ember Labs, and how the stunning animation of its lush, magical world pulls you into a journey of a spirit guide trying to save a village haunted by restless souls. But why not let you see it for yourself? Here's our next official selection, Cana Bridge of Spirits. Cana Bridge of Spirits. Там даже какие-то подробности визуальной игромании, потом, возможно, что-то интересное. Давайте внимательно за этим посмотрим. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Ember Labs is a really small studio. We have a background in film and animation. We got our start doing visual effects for films. And then from there, we grew into doing a lot of animated work for commercials. In between commercial projects, we would always siphon off some time to learn new things and, you know, be a little creative. And over time, you know, we decided that, wow, we have a real passion for games. And we wanted to throw our hat into the ring with our first project, Cana. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. We've been playing games our whole lives together as brothers, and the action adventure games are sort of what we play together and we also enjoy. Yeah. Hey,
we kind of had this idea of the rot being a kind of a force of nature that was maybe working against you. It was kind of the enemy initially. And then kind of had the thought to flip it, where the rot become your companions. And that's when we kind of like found that we had something kind of unique. Opened up a lot of cool mechanics, especially with the puzzles in the game. You know, with film, you can just put the camera where you want it. You can tell, you have complete control over what they're seeing, when they're seeing it, how they're seeing it. And in games, all that goes out the window. So communicating ideas or themes to the player is a lot more difficult, we found. Yeah. You have to be really sort of crafty in how you're getting communication to the player, especially when it's trying to do it through gameplay. And not just like always through cutscene. One of Tara's memories. I should see where it leads me. We love creating immersive experiences, and we try to really think about atmosphere and tone a lot when we're in on the game development side. The storytelling and atmosphere is a big part of our traditional medium in terms of film aesthetics. Just having the world be something that you want to sit down and explore and be a part of was a goal of ours from the beginning. Having a nice team of really great animators who have worked together, I think, was paramount in terms of pulling off some of the storytelling we want to do with the game. We're actually making like a 45-minute animated movie inside of a game. Hi. We're really proud of the team. A lot of them come from the visual effects and animation background and kind of like converted their skill sets from the film and animation background into developers on the game side. During the process of making the game, we also were introduced to a musical group called Sudamani. And we actually, you know, Jason and myself went over to Bali to do recording for the soundtrack. One of the things that's grown out of that relationship is Dewa is the composer, but his daughter Ayu is actually the voice of Kena. My name's Kena. What are you two doing out here? She's never done any voice acting, but she fit right in. It's okay. You have to go now. You know, we wanted to make a game that would just excite us if we saw it. You know, something that we would see the trailer. Oh yeah, that game looks awesome. So as difficult as it has been, it's also very rewarding because it's like something that we would be very proud of. You know, something that we would want to pick up ourselves. You must move on. Southern Gothic is a uniquely American storytelling tradition, lending magical. Я не увидел Steam, такой, ну все, на ПК не выйдет там EGS. Блин, на самом деле, что-то меня очень сильно рубит, поэтому, наверное, мы на сегодня закончим. Вот так, на самом деле, часик посмотрели. Да, стрим называется именно Tribeca Game Spotlight. И самое забавное, что именно Tribeca Game Spotlight мы в итоге не посмотрели. Но мы посмотрели Gen Expo, и мы посмотрели Koch Prime. Поэтому завтра останется посмотреть только сам, собственно, Tribeca Game Spotlight. И давайте еще.
разберемся с расписанием на завтра. Так, а у меня уже закрыт, но то я сейчас здесь открою. Собственно, здесь он должна быть ссылка, да? Да, на Summer Game Fest, собственно, вот завтра мы посмотрим. Секунду. Ссылка только на канал. Инстаграм, Твиттер. На канале здесь же будет. Здесь не будет ссылки, вы издеваетесь. Так, ну ладно, в IGN будет ссылки только на себя, логично. Так. Summer Game Fest. В принципе, логично, что оно у меня уже тоже в избранных. Вот, собственно, завтра мы с вами посмотрим Summer Game Fest. Плюс, я думаю, мы с вами посмотрим все-таки Netflix. Как бы он тут, конечно, идет по времени 2:30. Но я думаю, посмотрим. А именно в прямой трансляции мы завтра с вами смотрим, опять же, напоминаю, Ubisoft. Если я правильно понимаю. В 10 вечера. Да. По-моему, правильно, сейчас оно всякий. С лучи еще, конечно же, проверю. А, так, где там? Где там? 12-й Ubisoft, да. Ubisoft, собственно, в 10 завтра. Вот, смотрим Ubisoft в 10. И в 23:30, насколько я помню, Devolver, да? Да, в 23:30 Devolver. Вот, собственно, ну, Ubisoft, я не думаю, что это представляет. Devolver Digital — это крупный издатель инди-игр. И у них очень много классных инди-игр. Так что вот. Сейчас надо подумать, как все это разбросать, потому что, ну, по идее, завтра днем я не занят. Давайте так, обычно начинал стримы в выходные примерно в 12 в час дня. Собственно, завтра я начну примерно во столько же, мы посмотрим Summer Game Fest. Наверное, вот так, чтобы... А хотя... Я же по истории могу гулять, ну ладно. Так точно не потеряю. Собственно, глянем Tribeca Game Show, досмотрим. Плюс посмотрим, что там Netflix пока показал. На это у нас уйдет примерно... Так, здесь полчаса осталось. Ну, примерно 3 часа, то есть посмотрим где-то часиков, получается, до 3-4-5 вечера. Потом будет, собственно, перерыв. И, опять же, примерно за 15 минут, плюс-минус 5 минут до начала Ubisoft, то есть где-то в 9:45, плюс-минус 5 минут, я начну стрим, и мы уже завтра в прямом эфире будем смотреть конференцию Ubisoft. Вот, она, насколько я понимаю, будет полтора часа длиться. И через полтора часа мы смотрим Devolver Digital. И на этом, собственно, все. Какой-то вот такой вот план, в общем, на завтра нас ожидает. Вот, ну, собственно, если вам понравился этот стрим, на котором мы, хоть и в записи, и не всегда именно трансляция, просто некоторые трейлеры посмотрели и такие, ну, в принципе, все понятно. Ну, если вам это все еще понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте vk.com/fenurahara. Собственно, там, опять же, я вот думаю, когда стримлю, каких-то изменений по поводу стримов.
Если хочет от меня сегодня, я там не написал, то что мы будем смотреть записи, потому что я даже не понимал, успею, не успею, что в итоге потом будет, решил я все-таки записи посмотреть или нет, поэтому там сегодня ничего не было, потому что не было понятно вот до последнего, пока я все-таки не пришел, такой, ладно, давайте посмотрим хотя бы в записи, типа это лучше, чем ничего. Но что-то очень сильно меня уже рубит, поэтому займемся этим завтра, все равно завтра суббота, целый день, можно и старые конференции посмотреть, и новым порадоваться. Так что как-то так. Всем, кто смотрел, всем спасибо, всем пока.